Ивар, приветствую! Осуши со мной чашу меда! Вот и ты! Давай выпьем! Ты верно осушил не один рог? Но еще стою! Скажи, моему другу понравился кубок? Он был занят другим. К примеру, твоим Ульфом. Тот умер за добычу, которую украл у Хальфдена. Ульф, бедняга. Говорил я, придержи язык, но он все тявкал, как дворовый пес. У Хальфдена всегда был столь буйный нрав? Нет. Богатство и слава порядком его изменили. Он стал совсем другим человеком. Что это за место? Я думал, что увижу твое войско. Наш первый лагерь в Нортумбрии. Мы были здесь с Хальфденом и его братьями, Уббой и Ивором. Мы осадили Йорвик и убили короля Эллу. Но эти славные дни в прошлом. Что там у тебя? Моя доля добычи, полученная в те давние дни. Я закопал ее здесь. Эта сума полна серебра. Хватит на целое войско. Ну что, Эйвар, в Йорвик, кто быстрее? Словно в дни былой славы. Ты слишком пьян для скачки. Так выпей, пусть будет честно. Чего ты ждешь, Эйвар, друг мой? Неужто весны? Свались с лошади! До встречи! Так и не смог поспеть? Видно, моя лошадь выпила больше меня. Что мы делаем в Йорвике, ты и не сказал. Навещаем короля-слугу Риксига, да правит он долго. Моих людей не хватит для победы над пиктами, но с Фирдом Риксига мы одержим верх. Ты доверишься королю-слуге, но не своему ярлу? Тише, помолчи. Здесь всюду уши и всюду глаза. Я не соглашался на такой обман. Нужно было предупредить меня раньше. Эйвар, друг мой, изложи я тебе все, что задумал, мы бы так и сидели у костра. Свет огня мне милее тьмы твоих замыслов. Не делай так больше. Сейчас все куда лучше, да? Теперь Аудун тихо. Ни слова больше. Со дня Йольского пира я боюсь выпить даже каплю вина. Еще одна причина пить эль.
Юльский пир не каждый месяц. Бегемот! Жаль, что Юльский пир не каждый месяц. Не говори, что Хальфдан не знает о наших замыслах. Так будет лучше. Ты в своем уме? Риксик служит Хальфдану. Подумай, чем ему грозит предательство господина. За что карать Риксига, если он не получил приказа, а? Коль не справимся, я возьму вину на себя. Эйвор, брат Волка, и виночерпий Хальфдена. Не ждал вас увидеть. Надеюсь, в Йорвике все благополучно. Да, мы выживаем. Хотя казна почти пуста. Но после этой войны мы разбогатеем. Пока не соберут дань. Ты слишком дерзок, король. Не стоит забывать, кто здесь правит. Напомни мне, Фаравид. Вчера у власти был Хальфдан, а сегодня ходят слухи, что войско поведешь ты. Я в замешательстве. Да, ты служишь Хальфдену. И он приказал нам, наконец, разбить войско пиктов в Магнисе. Чтобы вести столь крупную войну на севере, понадобится немало серебра и людей. Я уже собрал воинов и нашел деньги. Жду того же и от тебя. Я тоже приду на помощь. Пиктов нужно разгромить. Ясно. Полагаю, у вас есть письменный приказ, да? От самого Хальфдена? С собой нет. Но будь уверен, твое войско нужно Хальфдену. Он ждет стремительной победы. Прости, Фаравид, но я вынужден отказаться. Без прямого приказа Хальфдена я не рискну столь многими жизнями. Ты откажешь мне? Да. Если дам тебе войско, моя казна и статус пострадают. Хальфдену нужно не это, а сильный и верный король. Откуда тебе знать, что ему нужно? Слова недостаточно. Может, Хальфден так испытывает меня? Этот Сакс – самый опасный змей в Нортумбрии. Но Магнис не взять без его войска. Которое мы получим, если подделаем приказ Хальфдена. Ты сделаешь это? Выдашь приказ за настоящий? Да. Я знаю, кто нам нужен. Хьор из Йорвика. Он нам поможет. Хорошо. Его любимая таверна тут рядом. Ищи там. Бегемотина надоело. Лишь бы не кончилось, как в прошлый раз. Ужас. Лети, Сюнин. Дороже хлеба. При Алдуне было лучше. Хьор, их же не переубедишь. Хьор, ты правда здесь? Эйвор, ого, ты пришел как раз вовремя. Так, а это кто? Иди-ка, пока не поздно. И не тронь моих друзей. Врежу тебе хорошенько. И буду трогать, кого хочу. Ну,
сволочь! Эйвор, истинный воин. Спасибо тебе, Эйвор. А эти скоро очнутся. Если б еще поумнели, что привело тебя в Йорвик? Тайное поручение Хальфдена. Мне нужно войско для войны с пиктами. А как же серебро, взятое у Аудуна? На него можно было нанять целый отряд. Этого недостаточно. Нам нужны саксы Риксига. Без них и пытаться не стоит. Хальфден начал войну, не имея денег? Не похоже на него. Не скрою, это придумал Фаравит, не Хальфден. И знает ли об этом Хальфден? Не знает. Но он дал мне свободу действий. Причины я раскрыть не могу. Да, до нас дошли слухи. А на наше послание никто не ответил. Ты можешь помочь мне с этим? Подделать приказ, будто он от самого Хальфдена? Чтобы Риксик послушал нас. Спасибо. Я знаю, что ты многим рискуешь. Приноси документы к королевскому дворцу. Встретимся там. Я перепью даже... Эйвор, сюда, давай выпьем. Смотрю, вы хорошо устроились в городе. Да, нам по нраву такая жизнь. Но я все вспоминаю Норвегию. И зимой, и летом. Береги себя, Эйвор. Пытаюсь. Верны тебе, Аудун. Твоя смерть все изменила. Держи. И понадейся, что король Риксик ничего не заметит. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Как видишь, прямо от Хальфдена. Да, да. Но раз верные псы Хальфдена готовы биться, но я не могу помочь даром. Если нужны деньги... Напомню, твои воины мои. Хальфдена, друг мой. И только его по его же приказу. Верно? Это лишь шутка. Все в порядке? Раз Хальфден так повелел, я созову Фирд. И у вас будут воины. Славно. Пусть выступают. И поскорее. Как только они соберутся, лорд Фаравит. Но не раньше. Эйвор, позволь на пару слов. Встретимся в Стенвиге. Фаравит служит Хальфдену. Как и Хеминги из Ноттингемшира. Как и мы в Йорвике. Но не ты. Мне не по душе вкрадчивые слова. Скажи, за кого ты сражаешься? Я бьюсь за себя и своих людей. Как и должно владыке. К чему эти расспросы? Что тебе нужно? Я просто спросил. Клятва верности во многом подобна глотку меда. Она хоть и сладка, но недолговечна.
В Нортумбрии уже зреет то, что скрыто даже от тебя. Так что поберегись. Фаровид ждет меня в Стенвике. Где же Ярл Хальфдан? Он будет с нами? Эйвар, рад тебя видеть! Где саксы? Они нужны нам, чтобы захватить крепость. Терпение. Риксик приведет войска. А что Хьор и Льюфвина? Льюфвина впереди, а с ней отряд из Йорвика. Пора. Наши союзники уже у Магниса. Надо идти. Придет ли Хальфдан, или на зло не явится?
затея мне не по душе. Фарвита удастся. Надеюсь, все получится. Войско Фарвита. Эйвор, иди сюда! Нынче вы сможете искупить свой позор. Удачи! Верно. Зря мы послушали Ульфа. Но сегодня мы пойдем за тобой. Мы на поле брани, старый друг. Да, мой ярл. Как в прежние дни. Как смеешь ты говорить о прежних днях? Тогда мое слово имело вес, и свет моей славы сиял над миром. Как смеешь ты вспоминать о них, будто для тебя это что-то значит, предатель? Кто тебе сказал? Увы, мой новый друг вернее старого. Эйвор Двуличный! Вот кто ты! Тише, друг. То был мой долг рассказать все Хальфдену. Довольно препирательств. Грядет война, так сберегите свой гнев для наших врагов. Льюфвина права. Выиграть битву, закончить войну. Вот что действительно важно. Смотрите, там посланцы пиктов. Хозяин воронов, пойдем. Твое красноречие поможет убедить их сдаться. Бегите прочь за стену, пока можете. Римляне думали, стена их защитит. Теперь их нет, а мы остались. Однажды и вы исчезнете. Стена стеной, зато у нас больше богов. Да, язычник, у нас бог только один. Зато друзей много. Кто, по-вашему, законный король Нортумбрии? Народ сказал свое слово. Thank you.
помочь нас! Поднять лестницы! Вперед! И пусть о нас поют скальды! Труса короля Риксига. Come on.
За Тора! За Рагнара! За Хальфдана! Как сладок вкус победы, и Риксик побежден! Это он причина моих бед, предатель, которого я искал! Не спеши, Хальфдан. Может, Риксик еще жив. Да этот трус подохнет в каком-нибудь сугробе. Неважно. Важно, пока мы не увидим его труп. Будь настороже. Эйвор, пари как орел или каркай вороной? Там! Он бежит на север! Духи уже ждут тебя, предатель! Прошу, советник, помоги мне вернуться в Йоровик. Я хочу умереть дома. Я не стану помогать тебе, Риксик. Скоро ты встретишься со своим богом. Но я не вижу света.
не чувствую тепла. Лишь холод и тьма, как в пещере. То Хельхейм приветствует тебя. Что ждет меня там, Эйвор? Что ждет меня? Жалкий предатель заслужил такую смерть. Однако сам он считал себя героем. Он сакс и был предан своей родине. Этого у него не отнять. Хм. Пожалуй, что-то в этом есть. Хватит с нас, саксонских королей. Теперь я буду править сам. И пусть судьба Шира зависит только от меня. Ты станешь править сам? Но ведь это тяжкое бремя. Стану. Но я буду не один. Друзья и союзники помогут мне в этом деле. Вернемся в Йорвик, там все обсудим. Оставим этого короля здесь. Мойра, скажи, где Хальфдан? Здравствуй, Эйвор. Хальфдан сейчас с Фаравидом. Где-то поблизости. Что ты видишь? Не сказать, что я удивлен. Он застал меня врасплох, хоть и недолго. Туман скрывал тот лес, что был передо мной. Старый друг, как давно мы сражались за эти земли под покровом зимы. Сколько долгих лет ты все время был рядом. И горжусь этим, брат. Идем. Бальзам, что лечит все раны, избавит нас от печали.
открыть, только с той стороны. Церемония скоро начнется. К чему заставлять людей ждать? Эйвор! Да, пойдем. Пишем наши имена в историю. Повеселился вдоволь? Скоро коронация. Да, хватит, пожалуй. Сделаем тебя королем. За Эйвора и клан Ворона из Мерсии. За наших новых друзей в крови и в славе. О, Хальфдан, друг, сей мед и речь, чтоб пред людьми тебя воспеть. Король, надежда Валькирий, мудрый и в битве грозный. Долго живи и правь. Сколь! Сколь! Мойра. Что это за металл? Мягкий, как римские трубы. А, это свинец. Он ядовит. Из-за него римляне сходили с ума. Он может так влиять на людей? О, святые небеса, да. Римляне это знали. Моя бедная мать пила из похожей чаши так долго, что... Ты... Все эти годы ты дарил мне яд! Яд и безумие! Друг мой, прошу, болезнь затуманила твой разум. Она началась не просто так. Я тебе верил. Прошу, не надо, Фаравид. Эйвор, образум его. Он стар, болен и не понимает... Брехня! Ты хочешь моей смерти, лживый пес? Как глупо было верить тебе! Хальфдан, стой! Это человек чести. Ты защищаешь предателя? Да. Дай ему сказать. Мы должны знать правду. Я Хальфдан Рагнарсон, волк войны, владыка Йорвика и этих земель. Я король. Не для меня. Я не склонюсь перед тем, кто обвинил меня в измене. Пройдут годы. Люди будут воспевать Хальфдана и проклинать предателя Фаравида! Ты просто трус! Столько лет прятался за спинами своих людей и присваивал их победы! Уходи! Ты изгнан! Прочь! И никогда не возвращайся!
Спасибо, король. Я... Хватит. Уходи. За напасть. Твое молчание пугает, Эйвор. Не стоит нарушать тишину без причины. Ну что там опять? Теперь, когда Хальфдан король, я боюсь за Нортумбрию. Многие пострадают из-за его безумия. Но кто виноват в его безумии, Фаравит? Я должен бы потребовать извинений. Но в этом нет нужды. Скоро я буду далеко. Где-то там, за морями, куда приведет меня судьба. Мы пришли. Прощай, Эйвор. Ты знал про кубки, про свинец? Время сказать правду. Надеюсь, однажды мы вновь сразимся бок о бок, мой друг. К сожалению, не всем нашим надеждам суждено сбыться. Сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести.
Сюнин, разведай местность. Не стоит привлекать внимание.
Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. В Йорвике не осталось сил Ордена. Превосходно, друг. Спасибо за все, что ты сделал. А, для тебя кое-что есть. Пару дней назад пришло очень странное письмо с подписью некоего... Бедного воина Христова? Именно. Ты его знаешь? Лично нет. Но этот воин много знает об Ордене. Именно благодаря ему моя охота прошла так успешно. Здесь сказано, что нужно отправиться в Винчестер, в Дом Божий, найти человека в белом и произнести: «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость». Ладно, сначала я поговорю с Рандви и выясню, что к чему. Тебе что-то нужно? Мне уже пора. Ступай с миром. Хвостатый. Рада встреч. Я пришел в Йорвикшир к ярлу Хальфдену, а ушел другом короля Хальфдена. Теперь он наш союзник. Очень хорошо.
Новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Посмотрим на... Что там с Эссексом? Мы получили послание от Элдермена Колчестера и его жены. Ты нужен им для какого-то тайного дела. Что-то тут нечисто. А кто он, этот Элдермен? Приспешник Альфреда? Мои люди узнали, что его больше заботят собственные прихоти, чем благополучие подданных. Осторожней с ним. Что ж, в путь. Союз с Эссексом нам бы очень пригодился, но будь осторожен. Хальфдан занял престол. Интересно, как он себя чувствует? Может, Мойра знает, где сейчас Хальфдан? Мойра, что здесь случилось? Горе Нортумбрии. Дело в Хальфдане? Ему стало хуже? Его сердце разбито. Он на себя не похож. Рядом нет ни братьев, ни Фаравида. И его обуяли тревога и печаль. Я поговорю с ним. Где он сейчас? Блуждает по полям Пикеринги со своим верным Беантоном. Найду его. Спасибо, Мойра. Пикеринга к востоку. Направляйся вдоль дороги в Скарборо.
Глазами, Сюнин. Ни славы, ни надежды. Вокруг лишь снег, тихий, как могила. Вставай, Хальфдан. Мы возвращаемся в Йорвик. Встань, король. Негоже тебе сидеть и жалеть себя. Ты занял престол ценой многих жизней. Идем. Мой брат Ивар, он умер как воин. Он погиб в бою. Ты убил моего брата и промолчал. Держал все в тайне. Не держал? Уба знал. Разве он не... Уходи! Нет. Я пришел, чтобы привести тебя домой. Вставай! Я потерял свой молот. Может, Бьянтон его унес, но я... Я не здоров, Эйвор. Найду твой молот. И после ты пойдешь со мной. Я собирался в Скарборо. Если найдешь мой молот, принеси его туда. Же я плох. Что, если Ботвор лишился пальца, то мне и топор метать больше нельзя. А, вот и ты! Сил драться у меня больше нет, прости. Но где же кролик Локи? Он куда-то пропал. Неудивительно! Кролик Локи страшно хитер! Может, старик Синие Щеки починил мою кольчугу? Скажи, что там впереди. Вот и Бьонтон. Охраняет молот. Thank you.
нужен молот. Хальден ждет меня. Это не метательный молот, Хальден. Не забывай об этом. Его подарил мне отец Рагнар, когда он убил вождя финнов. Помню, как я взял молот теплый от крови. Мне было 14. Рагнар Лодброк был великим конунгом. Моя мать умерла от стрелы Фина. Она была девой щита, яростной, как сам волк Фенрир. Отец поклялся убить тех, кто отнял ее жизнь. И победил. Один против многих. Но то было давно и на Востоке. Здесь, на Западе, мой отец умер. И его кости лежат в яме со змеями. Но его подвиги до сих пор у нас на устах. Как погиб мой брат? С топором в руке, ожидая дев, что забирают павших. Теперь он, как и отец, пьет мед Вальгалы и ждет войны в конце времен. Бионтон, мальчик! Иди сюда! Собаки не держат зла. Но тебя ждут дома. Ты нужен всей Нортумбрии. Окажи мне услугу. Зажги маяк, чтобы видели все. Пусть горит.